Соотносится ли ваше понимание истины с вашей ситуацией? Сначала должен ты подумать, какие истины относятся к людям и явлениям, с которыми ты сталкиваешься. Тогда ищи эти истины, и ты во всем увидишь Божью волю. Тогда ищи эти истины, и ты во всем увидишь Божью волю. Если искать Божью волю, не зная истины, это тщетно и слепо, ни к чему не приведет. Если хочешь искать истину и понимать Божью волю, познавай, какие части истины соотносятся с тем, чем ты столкнулся. Во всех.